Всем доброе утро. Или добрый день, или доброе утро. Я сегодня с двух же. Ну, как бы просыпалась пораньше. Потом опять думаю, что какая-то слабость, поваляюсь. Вот. Но думаю, сейчас все, надо просыпаться. Пашка котлет тут, хотел сказать, наварил. Наделал. Ух ты. Он говорит, 12 котлет хватило. Я вчера фарш размораживала. Он говорит, еще фарш, короче, достал. Ну, я, потому что замораживаю небольшими порциями. Может быть, по 400, по 500 грамм. Потому что если сильно большой кусок, он может быть и ни к чему. Ну, короче, небольшими порциями, если надо, то еще достанем. Вот такие вот котлеты. Это у него... Котлеты, наверное, сейчас самое такое, как сказать, наверное, любимое блюдо, что ли, я не знаю. А может, проще делать, скорее всего. Сходил в магазин, хлеба купил, булочек купил каждому по одной, молоко купил, лепешки это вот в ларьках, у которых фруктами торгуют. Вот, он говорит, на гарнир только сделаешь. Я думаю, рис приготовить. Вот. Наверное, плотно поем перед работой. Может быть, с собой еще что-то на чай возьму. Вот. А у нас в магазин привезли журналы. Я думала, за январь. У нас за январь так и не поступило. А это, оказывается, за февраль, представляете? Вот. Короче, за февраль. Еще не читала сама. У нас еще похолодало, представляете, в Новокузнецке. Минус 21. Капец. Все холоднее и холоднее. Всем добрый вечер. Я уже пришла домой с работы. До работы я поела Пашкины котлетки вкусненькие. Еще рис отварили. Сейчас еще котлеты остались. Ну, не знаю, буду я, не буду. Я хочу, знаете, как перейти больше. Ну, сказать правильно питание, это, знаете, может быть, у меня на день, на два меня хватит, и все. Давно забытый салат. Короче, свекла идет. Специально покупала свеклу. Еще так не притрагивалась. Капуста белокочанная, обыкновенная. И морковь. И все это на терке. И сырым кушать. Ну, просто там подсолнечным маслом полить и все. И вот это вот кушать вечером, мне кажется, будет отлично. Хочу похудеть. Вот честно, хочу похудеть, сбросить. Вот. Сегодня такого днем аппетита особо не было. Ну, вот сейчас как бы хочется кушать, но такую легкую пищу. Вот, ну посмотрим. Но это я говорю, знаете, меня хватает буквально на день, на два, и все, потом забывается. Какой-то аппетит потом зверский такой. Просыпается, посмотрим. Ну, сегодня вечером такого мукбанка не будет. Завтра, наверное. Завтра выходной у меня. Сейчас я как раз салат буду готовить. Уже капусту приготовила. Морковку достану, все это почищу. Что еще? Но в Кузнецке опять холодно становится. Прямо сейчас садилась в такси. И правда, так как-то зябко. И ночью мне что-то морозило, прям не знаю. Может, я простыла? И Танька тут свои, короче, наводит мосты, да? Да. Свое. Я сейчас этот выключу. Аня, тоже радость, что сегодня пятница, на выходные, да? Да, наконец-то. Вот. Я оторвусь по полной. А что у меня завтра один выходной? Пока выспись, то все. Играть в компьютер, это святое. Ага, да. Ничего путь не было. Нормально. Вот. Ну, ничего такого больше нового нету на сегодня. Все. Все завтра будет самое интересное завтра. Завтра выходной. Будет понасыщеннее влог. Ну, а я очень рада, что вы со мной остаетесь, что смотрите меня, какие-то пишите комментарии, но в плане, что советов. Вот я прислушиваюсь, мне очень приятно. Все, всех люблю, всех целую, всем пока-пока.